Ну, мне очень понравилось, каким образом мы после этого тренинга сами сможем совершать осознанный выбор, какими инструментами с нами поделились, которые нам помогут в будущей жизни. И, в общем, мне очень понравилась очень хорошая компания ребят, очень хороший наставник. Атмосфера была очень хорошая. Больше запомнилось упражнение повышительной психологии, то есть на планы на жизнь, там, как это все можно определить, как это сейчас, как определиться, что хочешь делать дальше, потому что я пришла, и я вообще в принципе не знала, в какую сторону мне двигаться, а тут можно, есть разные варианты решения каких-либо проблем, не проблем, решений. Я запуталась! Просто много есть решений, проблем, которые могут возникать в жизни. Наверное, атмосфера, которая была у нас в нашей группе. Ой. Я узнала достаточно много нового, чтобы полностью определиться со своей целью. Узнала новые инструменты, чтобы когда у меня возникают какие-то сложные ситуации, где я не могу сделать выбор, то при помощи этих инструментов я смогу сделать правильный выбор. И, наверное, было очень весело. То есть это было не нудно, то, что вот это все изучать, а это было весело, и мне очень понравилось, я запомнила. Мы сегодня представляли домик, ну, рисовали дом нашей мечты. И в это время наставник пытался нас всячески отвлекать. И только у одного человека из группы, из шести человек, получилось соблюсти шесть условий, нарисовать дом за 15 минут. Красота не оценивалась, оценивались только критерии. Но только у одного из нас получилось. Почему для тебя именно это было самое? Это как-то очень духовно. Это очень хорошо помогает прочувствовать себя. Координаты мне понравилось, потому что там можно нормально взвесить за и против. Там можно нормально взвесить за и против. То есть есть какая-то ситуация, там, где есть решение, не уверен насчет решения, и можно понять, хоть надо тебе это или нет. Вот, как это довольно быстрое решение проблемы, скажем так. Вот, колесо баланса мне понравилось, потому что я теперь знаю, какие сферы мне больше важны, и в каких сферах я дальше развиваюсь. Потому что наверное, пирамида логических ярусов, потому что она очень помогает. Можно все конкретно расписать и понять, подойдет тебе это или нет. Максимально полезным для меня был весь курс, но в особенности мне очень понравился инструмент предикартовые координаты. А чем он тебе будет полезен? Тем, что ты можешь сесть и расписать, надо ли тебе делать что-то или не надо. Ты вставляешь плюс и минус, и тебе всегда становится понятно, надо или нет. Что ты в этом случае получишь. И даже можешь периодически, иногда можешь просто не заканчивать, потому что решение придет само. Ты просто в голове сопоставишь количество минусов, количество плюсов, и решение придет само. Я бы посоветовал эту программу, школьникам, в основном, логично, правда, и людям, которые хотят побыть в компании хороших людей и научиться чему-либо. Наверное, школьникам и людям до 18 лет, которые либо не могут определить свою профессию, либо вообще им очень сложно делать осознанный выбор. Они либо боятся делать осознанный выбор, они готовы, зато не знают, будет ли он верным и как он им поможет в дальнейшей судьбе. Подросткам, которые не знают, как себя найти, кем хотят стать дальше, что хотят сделать по жизни, потому что это помогает.